хочу сейчас пока да, следующему автору. Дорогая Лёля уже написала мне несколько десятков сообщений с благодарностью за то, что мы с Ореховым украсили ее юдоль. Лёля, мы тоже хотим поблагодарить тебя за твою юдоль. Нет, и возможность ее украсить. За это слово. Знаете, не так много у нас слов, поэтому за каждое новое слово мы благодарим всех. И тем временем небольшой анонс. Орехов скоро раскроет вам истинное значение слова апельсин и вернет его в наш лексикон. Простите, Кирилл, я займу еще секунду вашего времени. Сейчас прям? Прямо сейчас. А чего? Ну, анонс это когда попозже. Нет, это сейчас. Давайте сейчас, чуть тянуть. Тем более, что апельсин запрещенное слово в нашей программе. Устраивайтесь поудобнее. Апельсин – человек, присвоивший себе положение авторитетного вора в уголовном мире. Однако сам не прошедший лично всех типичных процедур и испытаний, характерных для биографии, действительно классического кандидата в авторитетные воры. Ну, это так, ну так. Век живи, век учись, дорогой товарищ. А мы приглашаем следующего. Он уже стоит. Автора. Кирилл Кузнецов. А он такой. Просим вас, откройте нам глаза еще на что-нибудь. Здрасте еще раз. А можно, раз мы говорим про анонсы, я тоже, пользуясь случаем, сделаю небольшой анонс. Давайте. У меня завтра в 8 часов вечера будет творческий вечер в клубе «Дума». Он на Маховой находится. 8 часов вечера в клубе «Дума». Вроде все сказал. Приходите обязательно, все, кто захочет. Вход бесплатный. Так, и... Про стихотворение, да?